Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как сделать так, чтобы деньги начали приходить к вам сами. Наверное, каждый человек в своей жизни сталкивался с нехваткой денег. Вам знакомо чувство, когда пытаешься заработать, но как-то назло ничего не получается. Стараешься сэкономить, а деньги утекают, как вода сквозь пальцы. Боишься потерять то, что есть, и лишаешься последнего. Юлишь, выкручиваешься, но никак не можешь выбраться из болота безденежья. Кредиты и долги висят мертвой петлей на шее. И чем больше сопротивляешься, тем хуже становится. Если вы хоть раз замечали, что вы бежите с деньгами, а они убегают от вас, то смотрите это видео внимательно. Скажу вам честно, я хорошо знакома с проблемой нехватки денег. Еще 4 года назад я работала в одной богатой компании помощником руководителя. И я четко видела разницу между своими знакомыми, которые много работают, снимают квартиры, ездят в отпуск только на речку, и партнерами моего начальника, успешными дизайнерами, бизнесменами, имеющими миллионы, которые ездили на BMW, Porsche, Panamera и носили часы за несколько миллионов рублей. Уже тогда я заметила явную разницу в сознании между обычными и богатыми людьми. Эти люди по-разному относились к деньгам, с разными чувствами их зарабатывали и тратили. Затем я стала изучать закон притяжения и поняла одну вещь о деньгах, которой с вами хочу поделиться в этом видео. Она перевернет ваше сознание. Благодаря этому осознанию я сейчас живу в Москве, руковожу успешным бизнесом, владею 2 квартирами, езжу на престижном автомобиле и зарабатываю несколько миллионов рублей в месяц. И получаю такие успехи не только я, но и мои ученики. Вот что они пишут об этом. Благодаря этому курсу, речь идет о курсе «Активация денежного магнита», работе со своими мыслями и благодарности, я пробила свой финансовый потолок и заработала аж 411 тысяч рублей. 400 тысяч! Я никогда столько не зарабатывала. Это в 2-2,5 раза больше, чем обычно. Я в легком шоке. Алексей тоже значительно увеличил свой доход. Что касается реальности, ну, за октябрь мне пришло порядка 270 тысяч, что в 2,7 раз больше, чем в сентябре. Да и вообще, на данный момент это мой рекорд по доходу. А Екатерина получила деньги на шопинг и роскошный отпуск. Мой мозг поверил, что у меня просто каждый день приходят деньги. На Луи Виттон уже есть и билеты в Дубае купила. Опять бизнес-класс и отель шикарный. Думаю, что я вас убедила в том, что войти в поток богатства может абсолютно каждый. А теперь я расскажу вам основные правила, следуя которым деньги станут приходить к вам сами. И вот то, чем я хотела с вами поделиться. Знайте, что если вы гонитесь за деньгами, они всегда будут от вас убегать. Желая поскорее заработать, бояться потерять свои накопления, обманывать кого-то, ухищряться, терпеть ради выгоды. Все это обречено на провал. Потому что такое поведение и такие мысли может создавать только сознание бедняка. Чтобы была реальность изобилия денег вокруг, нужно, чтобы у вас было сознание денег. Создайте у себя сознание денег, и деньги придут сами. Как же его создать? Дам пару рекомендаций. А вы ставьте лайк и сразу сохраняйте это видео. Первый шаг. Меняем фокус внимания и убираем тревогу. Если у вас сейчас есть какие-то проблемы в финансовой сфере, если вам кажется, что деньги уходят сквозь пальцы, а вы сами день и ночь думаете, ну как же заработать деньги, то вам нужно срочно сместить фокус внимания. Перестаньте думать о том, что деньги – это проблема, которую срочно нужно решить. Оглянитесь вокруг и подумайте, как много у вас уже есть в жизни. Почувствуйте радость и благодарность за это. Скорее всего, у вас есть уже работа, скорее всего, деньги у вас тоже какие-то, но есть. Нет, вам не нужно отказываться от желания жить в достатке. Вам просто нужно спокойно отнестись к тому, что вы пока не богаты. Тревога и страх из-за нехватки денег – это сильнейшие негативные эмоции, из-за которых вы можете в считанные дни ухудшить положение дел. Переживая по поводу недостатка денег, вы строите реальность, где нет денег. Поэтому нужно спокойно принять ситуацию такой, какая она сейчас есть. Думайте так. Да, хотелось бы побольше денег, но не критично. Я жив, здоров, крыша над головой есть, я сыт и счастлив. То есть все уже хорошо прямо здесь и сейчас. Не отказывайтесь от идеи получить больше денег. Наоборот, мечтайте о роскошной жизни.
но ни в коем случае не терзайтесь тем, что это пока не получается. Кстати, если вы мечтаете стать настоящим магнитом для денег и зарабатывать реально большие деньги, то добро пожаловать на мастер-класс, который я проведу уже совсем скоро. Вот здесь, в правом верхнем углу, находится ссылка на регистрацию. В прямом эфире я расскажу, в чем причина того, что ваш доход не растет. Как войти в 4% самых богатых людей мира? Каким образом зарабатывать в разы больше, занимаясь любимым делом? Используя мои практики, которые вы узнаете на мастер-классе, вы сможете поменять настройки вашего сознания и начать притягивать к себе большие суммы денег очень легко. Переходите по ссылке в описании и скорее регистрируйтесь. Ну а мы продолжаем постигать сознание денег. И второй шаг – это контролируем свои мысли и состояние. Если у вас проблема с финансами, вероятнее всего, типичным для вас будет примерно такое поведение. Вы жалеете деньги, считая каждую копеечку. Экономите на всем, боитесь тратить. Думаете о том, что денег мало, цены растут, трат слишком много, зарплаты низкие, в стране кризис. И испытываете негативные эмоции, и да, бывает даже ужас и безысходность. Подобные мысли важно прогонять, отслеживая свои размышления и состояние. Смещайте усилием воли фокус внимания. Помните, все хорошо прямо здесь и сейчас. Если к вам приходят деньги, искренне радуйтесь им, говорите об этом. Это обязательно. Если же вам приходится тратить, отдавая долги, оплачивая что-то, воздержитесь от негативных эмоций и мыслей. Ведь когда вы отдаете деньги за товары и услуги, деньги просто выполняют свою функцию. Это просто деньги. Шаг третий. Ставим высокие цели. У вас должны всегда стоять высокие финансовые цели. Они должны быть прописаны и совершенно четко вы должны знать, к какой планке вы сейчас идете. При этом запомните, деньги – это не цель, а всего лишь атрибут, средство, с помощью которого можно приобрести желаемое. Деньги нужны для реализации замыслов и для организации для вас свободной красивой жизни. Поэтому создавайте намерение исполнить все свои желания, или, проще говоря, начните мечтать. О чем? О собственном доме, о путешествиях, дорогом автомобиле или, может быть, славе, о том, от чего у вас горят глаза и чаще бьется сердце. Может показаться, что исполнение многих желаний возможно только в случае, если у вас есть деньги. Гоните эти мысли прочь. Вам не нужно отодвигать вашу мечту, пытаясь найти деньги на ее исполнение. Деньги придут к вам сами, если вы будете держать фокус внимания на своих желаниях и верить в их исполнение. Проще говоря, не думайте о деньгах. Ведь это только средство. Думайте о том, что вы хотите получить, и возможности сами появятся и найдут вас. Вот и все. Следуя этим простым правилам, вы сделаете так, что деньги начнут приходить к вам сами. А теперь я хочу задать вам вопрос. Вы не устали жить от зарплаты до зарплаты? Знать, что невозможно купить свое собственное жилье даже в обозримом будущем? И экономить даже на самом необходимом? Если ваш ответ «да», то именно для вас я создала свой бесплатный мастер-класс «Стань магнитом для больших денег». Ссылка на регистрацию сейчас появилась вот здесь. На нем я расскажу, как изменить свое мышление, чтобы навсегда покончить с финансовыми проблемами и быстро увеличить доход до 10 раз вне зависимости от сферы и опыта и навыков. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на мастер-класс прямо сейчас. Вход для моих подписчиков бесплатный.